Виктор Суворов говорит о том, что Сталин и Гитлер как близнецы-братья, очень похожи. Вы согласны с тем, что они два похожих человека? Вот есть такой, по-моему, Дмитрий Хмельницкий, его фамилия. Ну, не то, что профессиональный историк, скажем так, публицист. Он замечательно сказал, вот есть тройка, тройка губителей России. Ленин, Сталин, Гитлер. Вот в этой тройке, в этой тройке близнецы-братья – это Ленин и Гитлер. Два идейных человека, охваченных бредовыми идеями, но это были искренние идеи. Оба начали с нуля и привели сами себя к власти. И тот, и другой имели искренних соратников, готовых за них положить голову. А Сталин выпадает из этой. Он им не близнец. Это все-таки шакал. Это все-таки большой, наглый, очень удачливый шакал.